Сирийский вопрос был одной из тем переговоров между президентом России Владимиром Путиным и британским премьером Дэвидом Кэмероном, которые встретились в Лондоне накануне саммита «Большой восьмерки». Раскритиковав готовность некоторых западных стран поддержать сирийских повстанцев, Путин подчеркнул, что Москва поставляет оружие Дамаску в полном соответствии с нормами международного права. А на вопрос о правомощности поддержки режима Асада ответил. Я думаю, что вы не будете отрицать, что кровь на руках с обеих сторон. Я думаю, что вы не будете отрицать того, что вряд ли стоит поддерживать людей, которые не только убивают своих врагов, но вскрывают их тела и съедают их внутренности на глазах у публики и под камеры. Вы хотите поддерживать этих людей? Вы хотите этим людям поставлять оружие? Президент имел в виду кадры в интернете, на которых один из повстанцев собирался съесть сердце солдата сирийской армии. Как вы видите, у нас имеются большие расхождения в анализе ситуации в Сирии, в том, кого следует обвинять в происходящем, констатировал Кэмерон. Но мы сходимся в том, что это гуманитарная катастрофа и считаем опасным рост нестабильности и экстремизма. Мы бы хотели, чтобы все завершилось мирной конференцией и передачей власти. Гуманитарная организация Oxfam, устроившая эту акцию протеста, также считает приоритетным поиск мирного урегулирования в Сирии и призывает положить конец политической кухне, от которой страдают мирные граждане. При этом демонстранты утверждали, что великим мира сего не удастся, как им бы хотелось, растопить в этом вареве все проблемы.